В эфире канал «Стройгарант Анапа». Здравствуйте, мы находимся в Тюмрике, жилой комплекс «Азовск». И сегодня мы в торжественном варианте будем сдавать дом его новым хозяевам. Итак, внимание! Здравствуйте. Достаточно торжественное событие. Сразу скажу, поздравляем вас. От нашей компании сладкий подарочек. Обязательно шарики, думаю, мужчине доверим их. Вот, ну и Илья Анатольевич, полотенец и сертификат от наших партнеров на посещение спа-салона. И, пожалуйста, открывайте калиточку. У нас торжественное перерезание ленточки. Вы должны отрезать каждый по кусочку ленточки, чтобы она осталась у вас на память. Ленточку сохраняем, потому что событие на самом деле очень важное. Еще раз вас поздравляем. И, конечно же, хочется пройти посмотреть сам дом. Сразу хочу обратить внимание на то, что дом достаточно уютный. Вот сейчас нахожусь в санузле. Здесь видно, что все коммуникации подведены, осталось только санфаян завести. Ну и очень приятный такой теплый тон плитки, что дает дополнительного уюта. Ну что ж, дом очень в целом хорош, комфортный, особенно для такой прекрасной семьи. Так что «Стройгарант Анапа» работает для людей, и это здорово. Еще раз наше поздравление. Спасибо, что выбрали «Стройгарант Анапу». Илья, вам так держать, всегда навстречу людям, это очень радует. Обустраивайтесь, как обустроитесь, мы приедем, посмотрим, еще раз вас заснимем на память. Еще раз от всей души, от нашей компании мы поздравляем новых владельцев этого прекрасного дома, 70 квадратных метров. Ну что, дорогие друзья, на сегодня это все. В эфире был канал «Стройгарант Анапа». И, кстати, участвуйте в нашем конкурсе. Для этого много не надо. Надо сфотографировать свой дом, выставить в интернете на нашем сайте «Стройгарант Анапа», набрать лайки, комментарии и получить наш главный приз «Тандыр». Не только дом можно фотографировать, но еще свои хобби, увлечения, как выглядит внутри, ну и, возможно, огород или свою фазенду. На сегодня это все. До новых встреч. Пока!